На юге Японии объявлено штормовое предупреждение в связи с приближением тайфуна Вунфон. По оценкам метеорологов, он самый сильный в нынешнем тихоокеанском сезоне. Сейчас циклон находится к югу от острова Окинава. Движется он в северном направлении. По данным синоптиков, основной удар стихии обрушится на японскую территорию уже завтра. Это 19-й тропический шторм, образовавшийся в Тихом океане в нынешнем сезоне. Удар предыдущего тайфуна Фанфон привел к гибели 6 человек, почти 50 пострадали.